Сейчас я покажу наш номер в отеле «Линда», где мы отдыхаем. Вот наш номер 6410. Ну, заходим. Ключик сюда. Ну, вот начинается с коридорчика. Вот заходим. Налево у нас ванная. Вот такая. Вот только что делали уборку, принесли нам что тут? Зубная щетка с мылом, ой, с зубной пастой, ушные палочки, расческа комплект, два в комплекте. Это, что это вот это, Наташа? Шапочка. Шапочка для плавания. И выдают тут вот такие вот станки бритвенные, что нигде раньше в отеле мы не встречали. Тут также находится фен, ну, туалет, естественно. Тут у нас в этом номере ванная с душем, все как положено. В некоторых номерах душевые кабинки. У нас с ванной как-то поинтереснее, я думаю. Полотенце вот. Тут вот находится рядом напротив шкаф для одежды. Ну, тут мы чемоданы храним. Внизу сейф. Денежки прятать. В номере чайник. Воду дают каждый день по две бутылочки. Чай один раз. Все бесплатно. Чай почему-то зажали один раз. Вон две большие кровати в номере. Номер большой, уютный. Светлый, самое главное. Две кровати. Одной мы не пользуемся. Кстати, купили квадрокоптер здесь за 4000 рублей на наш. Хороший, вроде его хватит. Тут вот панель управления, тумбочка, панель управления всеми кнопками, телефон, еще одна кровать. Телевизор, правда, говнявый, грубо говоря. Добивает то, что некуда флешку включить, посмотреть фильмы. Вот плиточку мы с собой берем, привозим. Сейчас в обед решили не идти, соскучились по домашней пище. Наташа варит картошку. Приготовим домашнюю пищу, картошку сам, с огурчиками, фруктиков вот купили. Конфетки из дуриана. Кстати, очень необычный вкус. Если кто будет, рекомендую. Покупали в ананасе. Стоит сколько, Наташ, не помнишь? Это что-то около 10 юаней. Ну, 10 юаней, 100 рублей вот это вот, с дуриана. Вообще, вкус не похож ни на чего. Ну, тут вот, вот чеснок очень вкусный, у них покупаем. В ананасе. В ананасе. Эти, какой, помидорчики дают нам и на завтрак, но мы покупали. Ну, и завтрак хоть что, конечно, зацепили. Это вот мясо, по-моему, утиное. Ну, вот так вот вид с окна. Балкона у нас нет в номере. Вид с окна на другой отель. Ну, вот. Сейчас. А, вот здесь вот холодильник. Покажи, Наташа, такой холодильник. Вот тут у нас кукурузка, пиво. Затарено. Краба. Пивко. А, сегодня купили крабов. Вот. Лежат крабы. 22,70. 22,70. Вот сейчас покажи пакет. Нашли супермаркет, я обалдел вообще. По 300 рублей за килограмм. Такого даже в Вьетнаме, при всей этой дешевизне нету. 300 рублей получается килограмм. Наши деньги. Крабы сукеровские. Вот это уже на 200 рублей. Ну это, а есть там дорогие крабы? Везде это, везде в супермаркетах, ой, в этом, где живые в еде, начинается от 1200 рублей за килограмм. Так что вот этот супермаркет расположен за трактиром Москва, чуть подальше туда и налево. Сейчас я покажу немножко территорию отеля. Вот мы выходим из отеля, из номера. Вот идем. Вот вышли, здесь у нас
все красиво. Это типа как площадочка для отдыха. Тут вот находится бассейн рядом. Один детский бассейн мелкий. Вот. И один большой, глубокий, взрослый отель. Вот люди уже пришли с пляжика. 1.60 тут от 1.20 и 1.60 в том конце глубина. Люди располагаются. Прямо рядом у нас расположено. Ой, номер. Вот эти ноги обмывать, чтобы бассейн с чистыми ногами. А тут вот сейчас покажу, такая типа обзорная площадка. Здесь вот лифт, который едет на ресепшн. Мы на 4-м этаже находимся. Наша это. Погода стоит сегодня 30 градусов. 31 градус. Жара, пекло. Мы пораньше убежали с пляжа, вот купили крабов, сейчас буду варить. Дома, говорю, мы взяли плиточку с собой, удобно. Так что очень удобная. Веса не имеет практически никакого. Зато можно купить свежих, не зависеть от кафе, купить свежих живых крабов, креветок, раков, лангустов. Ну и самому приготовить в номере. Вот. Сейчас я вам показываю супермаркет «Лето». От него вот напротив, вот он, с такой штукой. Это вот супермаркет «Зима». В лете очень дорогие цены и очень все дорого, короче. А вот в этой зиме там очень дешево. Самый дешевый магазин подарков, сувениров находится вот именно в зиме на 2-м этаже. Приходите, самые-самые дешевые. Вот такой вот панорамный вид открывается. Ночью все горит, все светится, все сверкает, все сияет. Ну вот так, как тут столик, можно вечером посидеть, отдохнуть, перекусить, пивка попить, если не хотите сидеть в номере или где-то еще. Wi-Fi вот, правда, ловит только внизу на ресепшене. Здесь нет. Ну вот, приезжайте, в принципе, довольно-таки достойный бюджетный отель, но самое его лучшее это его расположение. Все вблизости, остановка вот прямо, вот внизу. Вон сюда спускаетесь, остановка, любое направление. Едете с одной, с другой стороны. Все, спасибо. Если какие вопросы по отелю, пишите в личку. Пишите, отвечу всем.